В Ивановском зоопарке большая радость. Из Ярославля на новое место жительства сюда привезли двоих очень редких и необычных постояльцев. Белые львы Ника и Мартин – подарок Ярославского зоопарка к 145-летию Иванова. Первые в вольер выпускают самку. Ника оказалась девушкой с характером и переноску покидать отказалась. Ника, девочка, давай вылазь. Вышла Ника только в темный, изолированный от публики отсек вольера. Мартин оказался менее застенчивым. Выскочил из переноски, едва подняли перегородку. И сразу же продемонстрировал зрителям, кто тут царь зверей. Реакция такая в результате переезда животных. Это стресс, смена места жительства. Животные вскоре адаптируются, потому как они все-таки из зоопарка другого, и человека видели, это не из дикой природы. Львы молодые, им всего по 7 месяцев. В Ярославском зоопарке они жили в одном вольере с родителями. Теперь малышам придется взрослеть и привыкать жить вдвоем на отдельной жилплощади. Этот вольер – временное обиталище. Позже Мартина и Нику переселят в более просторный. Потомство от пары белых хищников можно будет ждать через пару лет. Во всем мире насчитывается не более 300 особей белых львов. Не каждый зоопарк может похвастаться такими действительно ценными обитателями. Животное для нас, для нашего зоопарка очень ценное. Подарок, я считаю, царский. Нам это приятно. Я думаю, горожане это оценят. Оценят дары Ярославля, будут приходить и смотреть, и любоваться. Вместе с хищниками в Иваново прибыла еще одна живая посылка. И тоже белая. Молодая лань-альбинос обживает новый отдельный вольер по соседству с черным самцом. Все животные пока привыкают к новому месту обитания, но посетители уже могут их увидеть. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.